Всем привет! Вы на канале Рамит, я Вика, и сегодня мы проведем обзор на технику, которая стремится очистить пространство и помочь каждому ее обладателю. Речь о беспроводном вертикальном пылесосе мечты от компании Рамит, модель РМВ-01. Сегодня узнаем, на что он способен, как им пользоваться и кому он будет нужен. Начнем с распаковки. Итак, перед нами товар в двух коробках. Первая внешняя, она нужна для транспортировки. С ней в сохранности будет и ваш товар, и вторая коробка. Она уже с цветным изображением и отлично подойдет для подарка как себе, так и близким. На сторонах коробки указаны особенности техники. Открыли, и первое, что видим, это гарантийный талон и руководство пользователя на русском и английском языке. Стандартный срок гарантии 1 год. Но если вы зарегистрируете свой товар на сайте, то получите специально бесплатную расширенную гарантию от компании Рамит, которая прибавит к существующей еще плюс 1 год. В комплекте к пылесосу идет моторный блок, съемный контейнер для пыли, съемный аккумулятор, настенная док-станция, зарядное устройство, щелевая насадка для труднодоступных мест, насадка для твердой мебели, насадка для мягкой мебели, гибкая трубка, моторизированная щетка со съемным валиком для гладких поверхностей и щетинистый ролик к моторизированной щетке для ковровых покрытий. А за отзыв в подарок вы получаете специальную насадку для мытья полов. Габариты прибора идеально впишутся в вашу квартиру. Пылесос хранится вертикально, места занимает немного, а минималистичный дизайн идеально дополнит любое пространство. Хранить можно как вертикально, припарковав его в удобном месте, так и с док-станцией, которая крепится к стене. А если хотите дополнить дизайн или нет возможности крепления к стене, то можете приобрести специальную напольную станцию. С ней пылесос будет смотреться еще выигрышнее. Теперь приступим к форм-фактору. Пылесосы делятся на типы: по целевой направленности для сухой и влажной уборки, по конструкции классические горизонтальные, вертикальные, портативные и программируемые, и по типу пылесборника с мешком, контейнером или водяным фильтром. Подробнее остановимся на моделях по типу конструкции. Первое – классические горизонтальные пылесосы. Самые популярные модели, просты в управлении, но могут быть громоздкими, да и в большинстве своем проводные, а значит неудобны при эксплуатации с комнаты в комнату. Следующие вертикальные модели. Лучший выбор для всех типов квартир, как больших, так и малогабаритных, ведь они занимают мало места при хранении. Бывают как проводные, так и беспроводные. Следующий тип – портативные. В основном используются в салоне автомобиля и очищают точечные загрязнения. Если есть аккумулятор, то хватает его ненадолго. И отдельная категория – пылесосы-роботы. Самостоятельно производят уборку и подзаряжаются при помощи специальной станции. Не все могут проложить маршрут, да и объем пылесборника маленький. Плюс не подойдут для тех квартир, где высокие пороги. Но при любой конструкции пылесоса всегда следует обращать внимание на то, какая у него фильтрация и мощность. Более подробно мы рассказываем о различиях тех или иных пылесосов в отдельном ролике. Ссылку оставим в описании. Тип нашего пылесоса вертикальный, беспроводной, для сухой уборки с возможностью влажной уборки. Корпус пылесоса изготовлен из экопластика с матовой фактурой в синих и черных оттенках. Визуально и на ощупь материалы приятные, пылесос устойчиво стоит в самостоятельно вертикальном положении. Сверху расположен съемный аккумулятор, который дает до 90 минут беспрерывной работы. А если у вас большой дом, то тогда пригодится дополнительный аккумулятор. С ним возможность беспрерывной работы будет до 180 минут. Замена аккумулятора происходит легко и быстро, буквально пару движений. Не нужно ничего разбирать или раскручивать. Зарядное устройство мощностью 23 Вт обеспечивает бережную зарядку аккумулятора в течение 4-5 минут.
5 часов. Благодаря этому снижается износ батареи и продлевается срок службы. На аккумуляторе расположен светодиод. Когда идет процесс зарядки, индикатор мигает красным. Как только процесс зарядки завершен, он будет гореть непрерывно. Заряжать можно аккумулятор как в пылесосе, так и отдельно. У рукояти прибора находится специальный фиксатор кнопки питания. Благодаря ему не нужно постоянно удерживать руку на кнопке пуска, что значительно облегчает уборку. Пылесос оснащен пылесборником объемом на 700 мл, чего хватает на несколько уборок, а также бесконтактной системой очистки. Удалить пыль можно нажатием одной кнопки, при этом не касаясь мусора руками. А еще рядом расположен рычаг, при нажатии на который можно с легкостью отсоединить пылесборник. В верхней части пылесборника находится фильтр. Частоту воздуха дают сразу 5 этапов фильтрации. Основной циклон, прижимающий мусор к стенкам контейнера, стальной фильтр, отсеивающий крупные частицы, а также губчатый постфильтр. Моющийся HEPA-фильтр 12-го поколения, вбирающий в себя 99,8% частиц размером менее 0,3 микрометров и 99,9% частиц размером от 2 до 5 микрометров. Ни единого шанса для пыли и аллергенов в воздухе. Блок с мотором и контейнером располагается вдоль корпуса. За счет этого пылесос легче ощущается в руке. Также такой форм-фактор защищает от высыпания мусора из контейнера при вертикальной установке пылесоса. Прибор оснащен специальной сгибающейся трубкой Flex Tube. За счет этого можно легко убираться под мебелью без лишних энергозатрат. А подсветка на моторизированной щетке не оставит ни одну соринку незамеченной, и прибраться можно даже в условиях слабой освещенности. Также благодаря минималистичному дизайну пылесос идеально впишется в любое пространство и не оставит равнодушным ни одного своего владельца. В зависимости от поставленных задач в пылесосе есть специальные насадки, которые легко устанавливаются. Моторизированная щетка с валиком для эффективной уборки гладких поверхностей – плитки, паркета, линолеума и ламината. Моторизированная насадка с щетинистым роликом. Универсальная насадка, которая при помощи вращения эффективно вычищает из ковров волосы, шерсть и прочий мусор. Щелевая насадка поможет добраться до точечных труднодоступных мест, например, до щелей в мебели или радиаторе. Щетинистая насадка предназначена для очистки твердых поверхностей столов, мебели, штор, полок и домашней техники. Насадка для мягкой мебели предназначена для очистки диванов, подушек, кресел и прочего. И насадка для влажной уборки позволяет с легкостью ее осуществить. Все, что нужно, это просто залить воду в специальную емкость. Один из лайфхаков. Перед тем, как делать влажную уборку, намочите предварительно тряпку. Так процесс будет максимально эффективный. Более подробно аж о 30 лайфхаках использования пылесоса мы рассказали в специальном ролике. Обязательно посмотрите. Ссылку оставили в описании. А также сделали для вас специальный QR-код на самом пылесосе, чтобы вы смогли эти лайфхаки быстро найти. Теперь перейдем к техническим характеристикам и начнем с мощности. Бесщеточный мотор инверторного типа обладает надежностью и более высоким сроком службы, в отличие от обычных моторов, а также более высоким КПД и меньшим шумом. Следующая характеристика – это степень разрежения. Это показатель, который определяет силу поглощения мусора. Мощный мотор создает высокую мощность всасывания. Степень разрежения данного пылесоса в режиме турбо достигает 30 кПа, что дает возможность собирать даже крупный мусор, такой как, например, рассыпанные орехи, крупы или же извлекать грязь из глубин ковра и мягкой мебели. А аналогичные модели вертикальных беспроводных пылесосов за ту же стоимость или даже выше на рынке варьируются от 15 до 20 кПа. В пылесосе есть функция Smart Power. Это значит, что аппарат умненький и сам меняет свой режим в зависимости от степени загрязнения в помещении. Так, в автоматическом режиме при небольшом загрязнении пространства пылесос работает на низкой мощности, чтобы экономить заряд батареи. Если же датчик на своем пути встречает загрязнение, то пылесос автоматически увеличивает мощность, а значит силу всасывания. Интеллектуальная адаптация позволяет
позволяет оптимально использовать заряд батареи, продлевает срок службы и время беспрерывной работы. У прибора низкий уровень шума – от 55-60 дБ в режиме эко до 70 дБ в режиме турбо, что сравнимо с обычным разговором. Тип управления электронный. Включается прибор посредством нажатия кнопки, а режимы варьируются при помощи сенсорного дисплея. Есть три режима управления. Режим эко работает на сниженной мощности и предназначен для помещений, где нет сильной загрязненности. Обеспечивает работу до 90 минут. Режим турбо, он же максимальный, дает максимальную мощность всасывания и обеспечивает эффективную уборку до 15 минут, а также отлично подходит для точечных загрязнений. Но обратите внимание, данный режим не предназначен для постоянного использования. Режим авто интеллектуально адаптирует мощность всасывания в помещении в зависимости от его загрязненности, в среднем обеспечивает работу до 60 минут. Пылесос можно использовать в разных степенях сборки, от самой минимальной, что идеально подойдет для точечных загрязнений или загрязнений в автосалоне, до максимальной или даже двойной, что идеально подойдет для очистки штор или уборки вентиляции. И, конечно, отдельный плюс, что он беспроводной и можно достать до любых углов и взять с собой куда угодно. А функция Flex Tube не только подойдет для уборки под диванами, но и для удаления загрязнений с полок и шкафов. Кстати, пишите в комментариях, с какими проблемами при уборке с пылесосом сталкиваетесь вы и какие лайфхаки используете. Мы возьмем на вооружение их и, возможно, снимем отдельный ролик. Прибор просто в очистке. Пылесборник опустошается одним нажатием кнопки. Отсоединяется от блока пылесоса и из него извлекаются все фильтры, которые моются под проточной водой. Моторизированная щетка протирается влажной салфеткой, а насадки легко очищаются любыми подручными средствами. Обратите внимание, перед началом использования все фильтры должны быть в высушенном состоянии. Хранится прибор в любом сухом месте. На словах пылесос определенно хорош собой. Давайте проверим, так ли это на практике. Аппарат легко справляется с загрязнениями гладких поверхностей и ковровых покрытий, поэтому мы решили нагрузить его по полной. Будет ли ему по плечу более сложный габаритный мусор? Первая задача – собрать семена черного кунжута. И легким движением, без лишней нагрузки, пылесос побеждает в этом состязании. Усложним. Следующее испытание – собрать перец. Несколько манипуляций плюс движение обратного хода, и мы снова получили чистый пол. Теперь черед тяжелой артиллерии. Сначала семена тыквы. И вновь немного лайфхаков, и пылесос справился с поставленной задачей. Ну и финалист этого теста – фундук. Он уже более габаритный, и моторизированная щетка не подойдет. Но мы спокойно снимаем насадку и трубой пылесоса отправляем орешки прямо в пылесборник. Все получилось, наш верный помощник не подвел. Ну что, пылесос, как мы видим, отлично справился с поставленными задачами и, думаю, заслужил вашего лайка. Кому же подойдет такая техника? Для кого станет находкой? Конечно же, в первую очередь аллергикам. HEPA-фильтр 12-го поколения улавливает малейшие частицы загрязнений менее 2,5 микрометров, а значит, можно не переживать за чистое пространство и дышать полной грудью. Для семей с маленькими детьми, благодаря высокой степени очистки поверхностей, функции Flex Tube, а также возможности влажной уборки, можно не переживать за здоровье вашего ребенка, который так стремится познать этот мир. Для тех, у кого есть домашние питомцы, мощность пылесоса и уровни фильтрации быстро помогут справиться с шерстью любых четвероногих. Для тех, кто ценит свое время, так как благодаря мощности и силе всасывания пылесос быстро справляется с очисткой любой поверхности. Для тех, кто ценит многофункциональность, с таким пылесосом можно и сухую уборку провести, и полы помыть, а с помощью насадок очистить все поверхности, мягкую мебель, почистить шторы и даже салон автомобиля. Для тех, кто устал
от громоздкой техники и не желает превращать уборку в сплошную рутину. Больше никаких проводов и сильных энергозатрат. А вес до 3 кг и стильный дизайн не позволят устать от него ни в каких проявлениях. Для тех, кто заботится о своем физическом и ментальном здоровье и здоровье своих близких. Ведь чистое пространство – это залог чистых мыслей и продуктивных действий. Вывод очевиден. С таким помощником ваш дом станет безупречен. Инвестируя один раз в пылесос, вы одновременно инвестируете в свое здоровье и здоровье ваших близких на долгие годы. Это был обзор на пылесос мечты Aramid Modern RMV01. Кстати, при заказе товара в официальном интернет-магазине бренда madeindream.com или в мечте.рф доставка по России осуществляется бесплатно. Ссылку оставим в описании. Если остались какие-то вопросы, смело пишите в комментариях. Также у нас есть представительства в офисах России, представленные в Москве и Санкт-Петербурге, так и в Казахстане, куда вы можете прийти и вживую увидеть весь товар. Пробуйте, экспериментируйте, воплощайте мечты в реальность и создавайте чистое пространство вместе с компанией Aramid. Всем пока!